Богданчик тяжело. Стоп! Легли на живот. У тебя сколько прыжков? У меня? Да. 60. У тебя? У меня 10. 10. У тебя? 45. Не считала? Кыки. 25. Сколько? 60. 60. Михаила, считала? 5. У тебя? 76. У тебя? Это я начала. Ну, придется слово. Приготовились? Пошли, продолжаем. И забудем. И не спеши, и не спеши. Нет, продолжай, Стоп, молча. Легли на живот. Кыки. 32. Сколько? 32. Нет, то, что делал, тоже надо вместе считать. А, получается 92. 90 с чем-то, так. Считал? Говорю. Кыкин. 30. Молодец. Вадим. 74. Молодец, Вика. А? Считала? Нет, посчитай, хорошо? У тебя? 35. 35 и? 38. Нет, 35 и еще сколько? У меня 104. Сколько? 104. 104. Аделина. Сколько? Молодец, умница. Встали, последний раз пройдем. Не забывайте выдох делать. Не вдох, а выдох. Отжимай. Теперь один-два раза. Отдохни. Один-два раза. Хорошо. Мате. Молодцы. Стоп. Значит, есть. Кто хорошо прыгал, они хорошо прыгают, у других немножечко получше. У Григория вообще, он только назад делал, сейчас он вперед делает. Молодец, молодцы. Значит, еще раз, не забывайте, когда будете дома делать скакалку, что на мягком нужно прыгать. Или в кроссовках, только не на асфальте, потому что будет болеть пяточка. Так, сейчас. Вы мне приносите скакалку, вешайте на шею. Середина. Да. Так. Угу. А потом мы девочкам сделаем чемпионат. Посмотрим, как они будут прыгать. Нет, я не могу скачечку делать. А скакалка есть большая. Два человека крутит, один прыгает. Да, я знаю. Так, одели кимоно. Значит так, Артем Григорьев, возьмите мяч, осу ты ой, чин зэч ты, чин зэч ты, то есть вы играете в волейбол. Дальше, Михаила, возьми Вадима, осу дарунке, Олеся, возьми Аделину. Ну, Ингер, отсюда туда. Где лампа у нас? Вот дела. Вот так, вот. Так, Вика, возьми и Ксюша с тобой, возьми мячик. Нет, девочки, Адриночка, вон там делает, вот рядом с ними. Валей, пацаны. Девочки, Арункари. И мальчики тоже. Осуты ой. Чин здесь. Пошли в броски. Михаила, чуть-чуть навесом. Вот так. Вадим, чуть ближе к ней стань. Ближе, Вадим. Пошли в броски, быстрые броски. А рукари и на инке. Ой, не на инке, а репки. Вот. Стоп, Матэ,
мячик у Аделины, у Артема, у Михаила и у Вики. Кто первый сделает 30 раз? Смотрите, чин здесь Аделина и чин здесь Олеся, то есть 30 раз. Готовы? Ой, чин с призвечи. Хаджи! Пошли, раз, два. Считайте вслух, Аделина вслух, Артем вслух, Михаила вслух, Вика вслух. 15 Но они делали быстро, и они еще оказываются самые последние. Где-то мы посчитали неправильно. То ли я сказал неправильно. Так, стоп, стоп. Сейчас, сейчас. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Волейбол. Попробуйте. Знаете как? Три раза Аделина, три раза Олеся. То есть постараться перебить. Всего три, три, шесть раз. Аджина, а ну волейбол. Нет. Сразу нет. Волейбол, волей. До. Аделина. Вот так, умница, умница, молодец. Старайтесь только сверху двумя руками. Сусмена. Доумы. Двумя руками. Хорошо. Молодцы. Матэ. Мячики сюда. И сюда, здесь построиться. Сейчас я вам дам очень сложное упражнение. Сюда. Очень сложное упражнение дам. У вас, наверное, вряд ли получится. А может и получится. Посмотрим. Значит, внимание. Вика, подойди к нам, пожалуйста. Смотрите внимательно. Держи Вика. Ксюшенька сюда. Стоп. Мы образуем круг. Мы кидаем мяч. Кидать мяч надо тихонечко, снизу двумя руками. Так как получается, Вика кидает Ксюши, Ксюша кидает Сергея Анатольевича, Сергея Анатольевича Вики, и мяч идут по кругу. Мы, но это у нас два мяча, у нас будет три мяча. То есть у каждого будет мяч, вы все будете стоять. Один считает по команде и отдаешь мяч Ксюше. Но кидает снизу двумя руками. А ну ты. Держи. Оп. Оп. Пошли, сразу кидай. Вот. И надо, я должен остановить не так быстро. Чуть-чуть навесиком. Вот. Хорошо, стоп. Сейчас мы еще один мяч возьмем. Опа. Попробуем. Я говорю раз. Нет, беру. Раз, два. И на три мы кидаем. Раз, два, три. Оп, стоп, стоп. Держи. Кидать нужно, смотрите как. Кидать нужно, чтобы он мяч вот так летел. То есть не прямо, а чуть-чуть навесиком, чтобы я мог сориентироваться. Смотреть я должен не на Вику, а на Ксюшу. Три, четыре. Оп. Так, еще разочек. Три, четыре. Оп. Вика. О, я возьму. Вика, низко кидаешь. Три, четыре. Оп. Видите, я стараюсь повыше кинуть. Ой, блин! Я смотрю все время. Так, значит, внимание сюда. Так, девочки. Раз, два, три. Сюда. Видите, вот сюда. Мальчики, там. Девочки, смотрите сюда. Раз. Видите, я дам два мяча. Пусть они делают. Пусть они делают. Thank you.
Посмотрите за девочкой. Нет, посмотрите за девочкой. Девочки, сюда двигайтесь. Сюда двигайтесь. Сюда двигайтесь. Готовы? Все, вот сюда. Вы встали. Потом сначала должно тут получиться. Значит, только мог быть тебя. Я его беру. Ага, сейчас иду сюда. Побежи, мяч. Побежи, мяч. Видишь? Готов? Внимание. Михаил, ты туда, смотри, ты туда, сюда, смотри. Так. И только мать. Смотри, сюда, откуда получается. Могу, ты поменьше. Нет, все, больше не надо. Уже как бы дискус. Раз, два, три. Там, кричи, да, и начали, тебя уже сочетать надо. Стоп, стоп, Григорий, не так держи. Смотри, ты не так держи, потому что тебя снизу, держи, смотри, снизу двумя руками, вот. Приготовили, все, пошли. Раз, два, три. Один раз только, он дует три и все, больше не считаем, уже просто кидает. И смотрите, девочки, если, стоп, и если Аделина мяч не поймала, уже перебежать не надо. Лови следующий и дальше просто. Будет три мяча, потом два мяча. Артем, возьми отсюда один мяч. Стоп, девочки, вы не ждите. Бросили один раз. Все, бросайте второй, третий, четвертый. Уже не ждите. Даже не смотрите. Один, два, три. Давайте я думаю выбрать. Хоп, вы будете кидать. Приготовились. Три, четыре. Хоп. Не надо за этим мячиком бежать, пусть они улетают. Стоп, положи мяч. Один еще. Хоп, пошли. Так, мало получается хорошо. Ничего. Пошли. Стоп. Вот вы неправильно сейчас. Вы неправильно кидаете, вы отсюда кидаете, прямо. А вы должны снизу мягко, вот, видите? Он мягкий, в раз, тяжело. Сейчас она тоже будет. Готово? Пошли. Все, пошли. Два мяча. Два. Так, смотрим у мальчика. Вот, пацаны молодцы. Стоп. Девочки сели. А ну, мальчики, покажите. А ну-ка. Три, четыре. Смотрите, девчонки. Слаженная работа. Хорошо, стоп. А сейчас девчонки показывают. Девочки, попробуем. Ну что, готовы? Три. Вы же, смотрите, у тебя мяч упал. Да, ты за ним идешь. Они ждут тебя. Они не должны ждать. Вика, ты взяла мяч, уже должна кидать, ты должна кидать. Три, четыре. Оп. Зачем ты бежишь за ним? Оставь тот мяч. Хорошо? Три, четыре. Оп. Играй, да? Оп. Стоп. Так. А сейчас мальчики сюда. Ко мне. Все мальчики сюда, быстрее. Артём сюда с мячиком. Так, организуем так, круг. Вадим. Извините, Михаил. Возьми мячик, Михаил. Так, держи. Так, Вадим, иди сюда. Сюда чуть ближе. Сюда. Достаточно, не играет роль. Так, а теперь пробуйте. У вас есть.
не сможете сделать три раза, то есть, чтобы прошло, значит, тогда будет 30 приседаний. Все. Кто командует? Кто командует? Так он командует. По его команде начинайте бросать. На три. Уно, дой, три. Пошли, 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 бросай! Стоп, 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 стоп. Посмотри, Георгий. Еще раз. Нет, ты не держи мяч. Ты взял мяч? Кинь мяч, да? Ты слышишь, что если мяч падает, то его не надо брать. Смотри, если мяч упал, не обращай на него внимания. Пусть он лежит, качает чуть-чуть. Чуть шире, чуть шире. Да, ничего страшного. Два, чуть-чуть вперед. Три. Бросай. Вот. Стоп, смотри. Этот мяч ставишь туда, все эти мячи туда. И приготовишь 30 приседаний. Да, зачем? Тихо. Ну. Боец, Алис, Аделина сюда, Олеся сюда, Михаил сюда, а нет, Вика сюда. А можно мы делаем 10 кругов? И сюда. Значит так, сюда. И здесь. Значит, сделаем так, посмотрите внимательно. Вы сделаете зечер, АШЗ, вечер, зечер, пресс, да, и зечер, флоте. Вы с колен делаете, они делают нормально. И, а можно мне все по 15? Подходите, пожалуйста, подходите к тренеру и кланитесь, идете домой. Кланитесь. Готовы? Да. Отжимаем. Уно, доль, трей, патро, чинш, шаса, шапка, оп, ноу, зель, пресс. Уно, доль, трей, патро, чинч, шасе, шапте, оп, ноу, зече и футы. С колен можно. Уно, дой, три, патру, чинч, шасе, шапте, оп, ноу, зече. Кто последний попрощается, будет еще делать. Самый сильный же. Что еще делать? Поклониться. Вот ты как раз делал чуть-чуть больше, но... Кимоно буду ставить. Юрий Александрович, подожди. Кимоно, что ты ставишь? Кимоно? Кимоно где? Кимоно, вон, смотрите. Вешайте на вешалку и пояса вешайте на вешалку. У каждого своя вешалка. А тут их... Да, у каждого своя. То есть я сегодня купил вешалочки, теперь у каждого своя будет. Григорий, свет выключи. Лумина. А там Ну. Ай, вон, АИ.